Всем привет! Меня зовут Катя. Спасибо, что зашли ко мне в гости. У меня сегодня вот такая вот елочка. В этом влоге я хочу показать вам, в какие же магазины я пойду завтра. Завтра я собираюсь посетить замок, торговый центр в городе Минске такой есть. Там я посмотрю, как все украшено, потому что уже в Данамол я была, там, я считаю, самая красивая елка в городе Минске. В галерее еще не украсили, а вот в столице украсили, но в таком советском стиле. Немножко мне не понравился этот стиль, в котором украшена елка в столице. Но сегодня я уже вот подготовилась в предвкушении завтрашних покупок, насмотрю еще какие-нибудь новогодние подарки детские, похожу, посмотрю. Если вам интересно и вы хотите увидеть продолжение парада елок в Минске и распаковку подарков, которые я куплю, смотрите далее, приглашаю! Какой-то новый магазин ювелирный открылся в Минске. Называется Золотов. Причем один. Серебро здесь симпатичное. Такие достаточно современные модели. Оказывается, это сеть Диаманта 7 карат. И вот сегодня я увидела Золото 1 или Золото 1. Это все одна сеть. И все, у кого есть скидочные карточки на Диаманты 7 карат, могут этой скидочной карточкой воспользоваться в магазине Золото 1. Я думала, самая красивая елочка в Данамол, оказывается, в замке. Тоже красивая елочка, она маленькая, уютная, все оформлено в таком деревянном стиле, но очень мило, уютно и, главное, необычно. Детям очень интересно, только жалко, что пандемия, и надо быть осторожными. Даже вот такая почта есть. Наверное, даже туда можно письмо отправить. Только всегда проблема купить это письмо. Его очень тяжело найти, чтобы оно красиво оформленное было. Конечно, можно самой купить. Ой, самой сделать. А вот и вход в Золото 1. Открытие было 1 декабря. Так и манит, хочется сделать покупку. Ну, когда я начала снимать видео о своих коллекциях бижутерии серебра, я поняла, что надо остановиться в покупках этих металлов. Пожалуй, в магазин ювелирный серебра я не пойду, а товарюсь в Ифраше. Мне как раз нужен крем для глаз. И куплю подарок маме на Новый год. Как раз появилась новогодняя коллекция, наконец-таки. В Ифраше уже можно покупать, не выходя из дома. Вот так вот. Не обошлось и без покупок. Как всегда, дома распакуем. Купила подарок маме и себе кремушек под глаза. Покажу потом в распаковках.
одним подарком не обошлось. После покупок в Ифраше пошла выбирать машинку ребенку. И у меня разрядился телефон. Пришлось пойти в магазин и купить портативное зарядное, так называется. У меня еще не было такого портативного, но черт подери, оно же стоит 75 рублей. Ну, теперь зато могу в любой момент подзарядить свой телефон. Каждый раз техника прибавляется и прибавляется. Без нее никак в современном мире. Как-то раньше жили, что кокосовое молоко после фундучного молока не так заходит. Ну, главное, сахар не нужен мне. Мне хватает сладости кокосового молока. Пью кофе и рассматриваю чудесную елочку. Посижу. Почему я тут присела в пандемию? Потому что жду, пока зарядится и зарядное устройство, и мой разряженный телефон. Поэтому созерцаю наш великолепный замок. Я в нем бываю очень редко. Но пришлось и сюда зайти. Купила все-таки я это портативное устройство. Power System. Ни разу не было. Напишите, у кого был, как действует. Я в этих технических делах полный бот, но надеюсь, буду превращаться в элитный сапог, а не оставаться ботом. Купила я это зарядное как бы устройство, если телефон разрядился, в магазине Shock Buy. Он здесь существует уже давно, даже помню, лет 5 назад я здесь покупала футлярчики. Футлярчики, кстати, мне служили очень хорошо. Здесь, конечно, написано, что есть скидка 50%, 15%, но это, так я понимаю, это на наушники, на портативное устройство. Скидка не распространяется, поэтому заплатила свои 75 рублей и осталась без 75 рублей. Но зато телефон мне подзарядили, кофе попила. Ну, сама заплатила за кофе, естественно. Ладно, буду пользоваться. В семье появился новый член портативного устройства. Я нахожусь сейчас на площади Ленина. Это, можно сказать, по моему мнению, главная площадь как бы Минска. Здесь находится педагогический университет, БГУ. И, конечно же, вот этот мой любимый красный костёл с готической розой. Это елочка, которая установлена, 2021 год. И еще украшения вот такие на главной площади. Я люблю здесь гулять. Сегодня мороз, но я все равно решила прогуляться и посмотреть на эту елочку. Ее еще украшают очень красиво. Конечно, Советским Союзом, Советский Союз ощущается. И звездочка такая немножко старомодная. Вот сегодня я видела елочку в замке. Я в восторге от елочки в данном мол. И эта елочка, естественно, ей уступает. Могли бы постараться что-нибудь покрасивее установить. Ручки мои замерзают, но я сниму сам процесс украшения. Вон подарочки стоят. Вот так идет процесс украшения елки. Вот я вернулась домой.
На улице было очень холодно, камеру очень тяжело держать долго, потому что мороз прям пробирает все руки. И хочу поделиться с вами более подробно насчет покупок, которые я совершила. Первая важная, я считаю, покупка, которую давно назревала, это устройство зарядное, чтобы я в любую минуту могла зарядить свой телефон, если я отсутствую дома, чтобы не быть привязанной к этому. Вот сел телефон, что делать? Для этого я купила вот такое вот, можно сказать, портативное устройство зарядное. Я его уже показывала, когда купила. Называется Power System. Не знаю, тут производство, наверное, Китай. Купила я его аж за 75 рублей. Подскажите, где можно купить дешевле. Вот мой телефон. Сейчас покажу. Он в таком идет футляре. Это устройство пленочками здесь покрыто было. Я тут уже проверяла. Пленочки снимаются, естественно. Все тут пальцами вымазывается. Как это палетки теней. Тоже вымазываются пальцами футляры. Ну и вот я его беру. Это портативное устройство. И подключаю через провод. То есть провод я должна с собой брать. Всегда. И подключаю. Вот оно заряжается на 28%. Заряжен мой телефон. И вот я пока буду рассказывать вам про остальные свои покупки. А именно я покупала подарки родственнице, то есть мамочке своей любимой. И вот в это время он будет заряжаться. Посмотрим, как быстро он будет тут. Как будет быстро происходить это действие. А теперь женские дела, подарочки. Но здесь не только подарочек моей маме, но и подарочек я себе купила. У меня заканчивается крем для век. Это в данный момент я пользуюсь кремом для век от Белита. С таким даже с роликами, чтобы делать массаж. Он увлажняющий, в принципе, неплохой крем. Но вот я решила все-таки попробовать и Фраше. Раньше у меня был крем для век от Ифраше, но я тогда была на лет 15 моложе. А в этот раз я купила именно для своего возраста, мне сказала девушка-консультант. И купила я серум Вежиталь, целевой заполнитель морщин, контура глаз и губ, против морщин и для упругости. Значит, написано, что заполняет морщины вокруг глаз и губ. Вокруг губ, как бы я не жалуюсь на морщины, а вот мимические морщины на моих глазках, они достаточно видны. Ну, посмотрим. Давно у меня не было этого крема. Вообще, его цена без скидки 81 рубль. Мне получилось 20% скидка. Так как я воспользовалась такой листочком, где указаны скидки. И мне это помогло. Я недавно снимала видео, не так давно, о том, что я купила папе своему в подарок, духи, и что мне там дали в подарок, и также дали эту листовку. И в этот раз, когда я пошла в Ифраше, там уже была рождественская коллекция, то есть посвященная там, она была, два запаха там было, пряное яблоко и клюква. Я купила маме вот такой подарок. Так как она у меня всякими кремами для тела не пользуется, то я ей купила вот такой наборчик. Пряное яблоко с запахом пряного яблока. Когда я его понюхала, я почувствовала запах какого-то печенья такого песочного с запахом корицы и яблока. Вот только-только из духовки, если достать такое печенье, вот пахнет эта коллекция очень вкусно. И сюда входит в этот наборчик, мало того, что вот эта баночка
Красивые у них баночки такие, только не понимаю, почему здесь птички, это же рождественская коллекция. Ну, наверное, это снегири. Опять больная тема про снегирей, то, что я уже давно не видела снегирей на деревьях. Может, надо чаще быть в зимнем лесу, посмотрим. Может, съездим, погуляем по зимнему лесу. Ну, на меня это нагоняет скуку, прогулка по зимнему лесу. Ну, посмотрим. То есть в этот набор входит, кроме жестяной банки, конечно же, мочалочка, гель для мытья рук, бальзам для губ, крем для рук и гель для душа. Все эти средства, можно так сказать, нужны в хозяйстве всегда. Я думаю, получить такой милый подарочек будет приятно. Еще я подарю, наверное, полотенце какое-нибудь новогоднее и какой-нибудь сладкий подарок. Я думаю, мне кажется, такой подарок не обязывающий. Напишите, что вы дарите на Новый год, на Рождество своим самым родным людям. Я бы, конечно, маме что-нибудь такое купила ювелирное, но она не хочет, чтобы я ей дарила ювелирные изделия, потому что она говорит, что ей некуда носить. Но я с ней согласна, сейчас вообще необходимости ювелирных изделий такой экстренной нет, только если очень-очень хочется или кто-то хочет сделать приятный подарок. Поэтому купила то, что понадобится в любом случае. Такой расходный материал, и приятно, мне кажется, получить такую коробочку. Молодцы Фраше, они красиво все оформляют. За то, что я купила этот наборчик и крем для век. Крем для век. Мне дали в подарок вот такую вот косметичку. Опять же, в рождественской тематике. Как бы мне эта косметичка не нужна, если так говорить, но иногда старые косметички, они как-то вымазываются, и можно заменить их на такую вот новогоднюю или кому-то подарить. Ну, как бы дарить мне как бы не очень, наверное, это хорошо дарить косметички. Скорее всего, ставлю себе, или можно сюда положить какие-то подарочки, косметику и подарить кому-то. Тоже будет приятно. Собрать такой подарочек. Мне кажется, будет приятно. Только что в Фраше много кто заходит, поэтому видят, подумают, вот мне дали подарок, я решила передарить. Но в нынешней ситуации... Когда вот я скажу, что в Беларуси, мне кажется, и Фраше это далеко не бюджетный бренд. Его можно позволить себе только на праздники. Вот я стараюсь, как бы, я считаю, что можно уже потратить там себе крем для век дорогой раз в год, раз в два года. Ну, как бы мне уже 36, надо уже попробовать, как и Фраше действует на коже такой уже ближе к возрастной. Как она будет... действовать эта косметика на меня. Мне хочется проверить, потому что я и чаще пользовалась в молодом возрасте, что помазала тогда, что не помазала, все равно лицо было, были более румяные щечки, а сейчас, естественно, вот этих всех морщинок не было, гусиных лапок. Сейчас я их вижу, я вижу их при монтаже, когда смотрю свои видео, но это естественно, от природы никуда не уйдешь, но посмотрим. Я расскажу там в пустых банках, как этот кремушек подействовал на мои веки. Переходим к главному и самому приятному. Еще подарки мне дали. Кроме косметички, мне дали вот такой вот восстанавливающее молочко для тела с маслом карите. В прошлый раз мне давали кремушек побольше, скажем так. Я им уже пользуюсь. Но приятно, по крайней мере, тут как бы не так уж и мало. Кстати, для очень сухой, для экстра сухой кожи. Я таким молочком люблю пользоваться, я всегда на тело наношу кремы. И дали два пробника, которые мне в прошлый раз их побольше дали.
Ну, просто, как бы, наверное, девушка хотела сгладить свою вину, что она сказала, что мне, как бы, она советует мне крем анти-эйдж, и уже надавала мне пробников по 3 штучки. Но я тогда покупала духи, поэтому мне больше давали подарков. Дали вот такой вот ночной уход пробник и пробник Serum Vegetal, который очень все хвалят. В принципе, мне эти кремушки понравились. Я уже пользовалась этими пробниками, даже я их все использовала. Мне понравились. Мне понравилось мое состояние кожи после этих кремов, вот этот Serum Vegetal. Этот крем очень хорошо так питает кожу, действительно, можно сказать, уплотняет кожу. Хороший крем. Даже задумаюсь, может быть, и себе куплю из этой серии всю эту серию. Надо дождаться какого-нибудь праздника, допользовать крем мой от Белита, который от Купероза. Сейчас я пользуюсь именно от Купероза кремушками от Белита и маской. Интенсивно. Хочу месяц так интенсивно укрепить сосуды. Надеюсь, эти кремы от Белита укрепят мою кожу. И как-то эти сосудики меньше будут видны. Хотя я их не вижу. Это мне косметолог сказала, надо укреплять стенки сосудов. Я их укрепляю. Хотя я не вижу в этом проблемы. Когда нанесешь крем, например, тональный, все хорошо. На этом мои такие вот покупочки закончены. Как видите, я пытаюсь так достаточно покупать подарки по необходимости, а не просто так. А то так можно и без денег остаться. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что это видео было полезным для вас. А вас поздравляю с наступающими уже новогодними праздниками. Уже Новый год к нам мчится, Рождество мчится. Елки в Республике Беларусь, можно сказать, установлены. Хотя, как вы видели из предыдущих кадров, что еще украшают елку на площади Независимости. Причем интенсивно ее украшают. Поэтому приятного вам, я желаю вам получать удовольствие от покупок, чтобы денег хватало на все и даже больше. Подарки покупать я люблю и получать люблю, выбирать люблю. Желаю, чтобы и вам хватало терпения все это сделать, подготовиться ко всем этим суматошным новогодним праздникам. Всем здоровья, красоты, пока-пока. Забыла главную вещь. Первая покупочка, которую я сегодня совершила. Вот я с вами болтала. И телефон в итоге заряжен неплохо. То есть уже красная не горит. Уже видно, что телефон заряжен. Поэтому устройство работает. Надеюсь, оно будет мне служить правдой. Я буду наслаждаться и пользоваться им. Правда, муж разозлится, что я купила его не на скидках, не по интернету, а просто так шла мимо и купила. Но это будет мой маленький секрет.